крайней мере, ту парочку наконец-то пришили. Я был уверен, что они... Осталось найти двух поганцев из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Я хочу покончить с этим делом до заката. Восточный отряд вышел на связь. Ни черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут. Кто-то радость будет. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Да, я вижу. Прыгнись. О боже. Что за хрень? Черт.
Давай, Джоэл. Блин! Нашел что-нибудь? Ты где там? Да, нас не сломить. Что? А, да, комиксы эти.
Эй, подсадишь? Сюда, сюда. Давай. Вот так. Скоро придем. Я жила в таком месте, еще в карантинной зоне. Подготовительная школа ВС. Да, неплохое название для детдома. Интересно, что стало с детишками? Эта школа давно заброшена. Какие уж там дети? То есть они или охотятся за нами, или погибли. Или уехали. Но ты думаешь, что умерли? Я думаю, что надо валить из этого города. Вон еще. Везде эти плакаты. Я смотрел это кино до эпидемии. Правда? Он ее прям выпотрошил? Да никого там не потрошили. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Не будем отвлекаться. Ладно. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. А 25 не хочешь? Фига себе! Мама клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Откуда у тебя 24 тушенки? Из старого военного холодильника. Мы на него с Рейбаном наткнулись в отеле. Добычу пополам. А не протухло? Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе тушенка. Только прекрати фигней страдать. Надеюсь, она не тухлая. Это консервы. Всего и тухло. Черт. Черт! Что у тебя там? Пошли!
Кажется, оторвались. О, черт! Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих.
И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много, но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Что так вышло с пушкой? Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там. Наверное, тоже что и здесь. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Порядок. Круто. Элли, тут твои любимые комиксы. Круто. Стоп-стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик! Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила?
совсем ничего не видит. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Нашли. Элли, ничего. Прикрывай. Похоже, их прям кто-то был, но давно смылся. Сэм, а где остальные? Останься с ней. Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Иду туда. Проверь там. Ну же, сраный вонючка, где ты? Ё-моё! Это грёбаный вонючка. Получилось. Неплохо, старик. Так. Лезь на этот грузовик. Ты видел? Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал.
Сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? Мне тоже. Тебе 14? Почти. Класс. Да. Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одну. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да.
Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Сюда. Давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ты как? Ладно. Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Распилили несколько зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Вроде что-то слышал! Смотри, Боба! Спрячься где-нибудь. На улице. Слышь, осмотри коридор. Разобрались.
Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Ну вот. Есть. Ну, пошли. Нет. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт! Быстро, быстро. Держи! Теперь тащим его! Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Сейчас. Я с тобой. Из этой жопы. Что, я иду? Мужик, рад... Давай ползком. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Держу!